Надеюсь, не будет идти речь на встрече о льготах для участников Куликовской битвы. Но некоторые вещи, связанные вот с такими событиями, мы, конечно, можем и должны к ним очень внимательно отнестись, посмотреть на реалии, которые происходили тогда. И таким образом, чтобы это помогало нам в развитии сегодня и завтра. Вот там очень интересные наблюдения есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. И да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки. И с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков.